Да, дистанцию сделаю. Пафы проверили. Здесь ДД фласки обычно. Чек на готовность. А ты тут, тебя тут не шотнет, если ты там будешь бурю кастить? Не будет срываться? Нет, не должно. Каску. Лимон. Ребафы. Бафы, ребафаем сразу. Рота не надо. Тут АОЕ каст будет только при череде убийств. Успокойся ты. А так, главное там будет на второй фазе прохилить танков и как его, прохилить цель. Так, еще раз чекаю на готовность. Все готовы, отчет на пол. Страшно. Агри, лимон, Алиса заберешь точно. Играем по черепу. Луну убрать. Так, танцы справа. Вот, видите, даже 4 человека. Немота пошла. Вот. Следующая цель. Танцую, следующий. Трусы, трусы, крест. Крест, 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 крест. Танц слева, танц слева. Расплакал. Быстрее турбойтесь, отлично. Кабан на дальнем правом. Ой, на дальнем левом. Там рвана же какая-то еще тикает. Данс слева. Следующий побежал. Кабан дальний левый. Мосса Бейрвай, да. Танц слева. Баф по авару дали. Рыба дальний, какого? Дальний левый. Патрусам. Так, мои танцы. Танцы. Да, вижу, вижу. Мне бежать просто неудобно. Сейчас. Так, хилы, подъели, пожалуйста, рыбу, если есть, на центральном. Танц справа, отлично. Алиса, съешь кабана на дальнем левом. Танц справа. Отлично. Рыба дальний правый, если что. Танц слева. Рыбка дает по себе сальву. Рыбка. О. Он на захилку и агрит. Так, да, по боссу своди, босса своди. Играем по боссу, по Морозу. Вторая а фаза вроде началась. Нету. Вторая Блин. Фаза. А-а-а! Прослакал. Эвейдим. Че, Диван, давать? Эвейдим, эвейдим, эвейдим. Два дебафы. Сорян. Тотем убирай. Начинается, когда стаки пропадают. Да, 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 да. Только что-то таймер по ДБМу я не увидел. Да, у меня еще где-то 20 секунд было до второй фазы. Я на это и рассчитывал. Сейчас рыбу поставлю. Рыбу поставлю мне комнаты, кушаем.
Вне комнаты я поставил рему. Сейчас, может, надо будет... Да. Так. А ты как сдох? Какой-то моб убил меня. И да. Мимон, гнев небес, покадай на них. На них станы пашут. На мобов. Ну, у нас сейчас был чуть-чуть прослаг. Ребят, я сейчас очередь поменяю. То есть я... Мос, у тебя побыстрее будет. Побегаешь, лады? Ну что, у меня скорость бега что-то медленно, если далеко. А ты на спринтах... Вот так вот будет. Так, кто там? Блядь. А, бегом. Гребаный. Лестница. Сейчас бегну. И Алиса, видишь, если на столе на твоем дальнем левом есть и рыба, и кабан, там, или две рыбы. То есть одну поедаешь. Дебаф висит от еды раз в минуту. То есть минуту вешается, если что так. О, так соки-то у меня были все-таки. Они в банке. Пусть я заслепой. Ну, метки я убираю, потому что по меткам уже все понятно, где что и как. Поочередный случай. Обратно, Моц. Очередность чуть-чуть поменялась. Никого еще раз. Сало, да. Но для этого на... Так, рун. Заходим. Так. Угу. Череп, крест. Трусы. Сюда шмот одену. Бафы раздали. Чек на готовность. Еще раз линкую очередь, ребят, запомните, пожалуйста. Все готовы? Чет на пол. Про сальву, если что, говори. Играем-то. А, череп, крест, трусы. Танец справа. Танц справа. По кресту. Кабан дальний правый.
И когда бежите, высматривайте сразу, ну, то есть когда танцуете, сразу высматривайте, куда побежите за едой. Танец справа. Танец справа. Кабан дальний правый. Алиса, подъешь рыбу на левом. Четверо назначаются, потому что им за такое время стаки спать. Да, 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 да. Танц справа. По трусам. Так, рыба на центральном. Шаман, кушай. Мосо, готовься. Лево танец. Танц слева. Ребят, хилы, не, пожалуйста, не едим без команды. Еда дальний, этот, правый кабан. Танц слева. Так, Мороза подводи. Играем по Морозу. Пока не меняемся, нормально все. Танц слева. Рваная рана. Нормально, нормально, еще нету второй фазы. Дай подмени меня, у меня дебаф замедление после пудинга. Сейчас моя очередь будет. Шансун. Угу, хорошо. Право танец. Вижу, вижу, бегу. Да, так, нормально. Мос слева. Слева, слева мос. Танц слева. Кабан дальний левый. Так, вторая фаза, готовьтесь. Забирай. Геро, дали. Забирай. 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 Так, отдай прожимку. Забирай. Забери, забери. Нормально. А, Моса БР. Я же говорю, когда забирать. Я забрала. Забирай. Лимон сразу забирай. Отлично. Пробав лимона. Забирай. 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 Тут у нас мол. Шоты. Забирай. Заберите моба с тобой. Нормально все, не отвлекайтесь, забирай. 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 Забирай.
Забирай. Отлично. Надо кому? Что это было? Кто этот? Как его? Сейчас под город и не хилимся. Умираем сразу. Не надо никому. Понял. Такой-то вариант такой. Обрыгался. Оффхенд нужен кому? 335. Так, я отойду быстро. На ком еще горота? Только на одном идти было, что ли? На Гурыча? Отлично. На мне было, но... Ничего хорошего, говорит, отлично, я помер уже. Сейчас иду. Давайте, пошли, чистим трэш дальше. Сейчас идем на дело. Простой босс, да? Да он простой, ну видишь, прослакал я со второй фазой. Танк лег, БРа не был. Ну, не, я про Деву, по-моему, там шарики. А, Дева, да, легкий. Я тебе сейчас покажу, как чё. И танков обоих сразу научу. Ничего сложного. Танчится у нас в одного, так что. Лимон, будешь в этом, в ДД, ну, бегать... Ты про кого? Про Кару? Про Деву. С удовольствием побег. Ну я покажу, как этот танк ставит просто. Постоянно. А знаете, как танч? Не-не-не. Будете бегать в моей метке просто. Оба. Алиса будет танчить, будете бегать в моей метке. Все. А Тринька, знаешь, почему говно? Потому что она юзабельная, это раз. И когда ты юзаешь, ты стоишь на месте. Если стоишь на месте. А, она кастуется, что ли? А, да. А, ну это говно полное. Я тебе о чем и говорю. А если я хочу ее себе чисто по приколу. На сроке натаешь. Такая Тринька, да, не надо. Говно. Она говно. Она на некоторых боссов идет, но все равно говно. Бабла. Если у меня будет эта Триня, я буду паладином. Да, она просто, ты стоишь на месте, у тебя перед, и она каст делает, то есть у тебя появляется три щитка перед лицом персонажа, то есть перед передом. И ты этими тремя щитками крутишься и блокируешь. То есть юз идет на этот, перед целью танк. То есть только то он этот защищает. А то, что в спину, это вся фигня. Чё лежим? Рыбка в латах, турбойс. Встаем, бежим. Не теряем время. Просто времени на трэш здесь будет очень много. Корова в углу. На оперу мы не пойдем, потому что на опере... Очень надо долго травить, сразу говорю. Оперу даже я, даже я здесь не убивал, но тактику на нее знаю. А мы без оперы ласта убьем? Да, да. Опера это не критичный. Mm-hmm. Мы идем на тех боссов, чтобы открыть этот двери. Соответственно, не убьешь Мороза, не попадешь в этот, как его, в оперу. И вроде на Деву, если мне не отшибает память. Дева просто, как его, будет таргетиться и возвращаться на место. Вот этого призванного слугу забейте еще. Стойте, там Дагдыма чужие. А, все, понял. Нормально. Я тебе лайфхак показывали. Угу. Ребят, РДД хилы. Наберите рейндж. Потому что он сейчас
повесит наносимый физический урон на 50% вблизи ее и магический. И мы будем сносить очень долго. Чего там? Ой. Какие-то дебафы. Дебафы висят в вообще не понимаю, почему АДК не актуален в каре, когда тут тонны трэша. Тут больше трэш бьют. Почему не актуально? Слово актуально. Там писают, типа ДК не берут в кару, особенно в геру. Ой, успокойся-то берут. Ну видишь, сейчас слота под ДК нету. Просто. Тут в основном в АДК играют. За АДК тут мало кто. Да, вообще, нормально. Тут я вообще не понимаю людей, которые за фростов играют, они же бесполезные в рейде, по сути. Не, не дамаг нормально дают, как бы в одну цель. Танки, не тормозим, сразу идем чистить. Да ё-моё, я трэш лута ворвал. Не надо. А, да, блядь, групповой. Чё ж вы молчите тут? Стоит групповая. Да, ага, распределяет ответственность. Да? ШП, у меня такой вопрос. Вот эта херня, которая летит, у тебя Т4 Pro. Если, допустим, босс переводит, она ему продать наносит, несмотря нет, на то, что летит в это место точку. Летит. А, то есть... в точку тут чисто летит, когда я класс. Если босса увели или трэпло, дамах мимо, да? Это когда он только клацает. А вот оно. Она летит. Вроде как, если мне не ошибает память, да? Не, все правильно, да, вот, то есть если сейчас моб стоит в этом таргете, я нажимаю, оно полетело, если ты влево уведешь его, допустим, оно все равно в ту же точку продолжит. Понял. Типа механика пельменя. Прилетел, упал на нынешний урон. Да. А я думал, чисто в цель, это анимашка такая. Не-не-не-не. Аккуратно, по правой стороне, лишний трэш не агрим. Сейчас переделаю джипсы, поставлю. Что это у вас спор какой-то? Кто полезный, кто бесполезный? Полезен каждый класс в рейде. Если ДПСит, то, блядь, пофиг. Так, кто. По ДПС. Клубницам вот этим, по охотникам потом. Главное, клубниц. И рейнджер опять же набираем. Агро. Лимон, отводи. Еще. Отводи к этому, к статуе. Угу, отлично. Аккуратно, ребят. Слева в комнате также мобы. Так, по правой стороне. Сейчас я меточки расставлю, чтобы было проще.
Надевайте каску. Соответственно, ребят, смотрим, видите? Вот это фонтанчик называется, где сейчас звезда прыгает. Ребят, на каждом фонтанчике здесь 4 фонтана. Босса будем переводить, то есть босс будет примерно стоять череп, потом луна. И, соответственно, все то же самое делаем и на противоположной за боссом стороне. Это я вам сразу говорю. Далее. По тактике на босса. Соответственно, босс будет костить священная молния, но это прохиливается. Далее. Босс будет кастовать шок небес. Шок небес надо сбивать. Потому что это ОЕ каст, плюс увеличение урона, получаемый урон на 35% магии вешается дебаф. То есть шок профигарили, это можно сказать вай. Далее. Будет вешаться на рандомного человека в рейде каст, то есть священная земля, будет ник произноситься. Что вам надо сделать? Вам надо будет выбежать или в квадрат, или в крест. За этим смотрим сами. Можете выбегать первый в квадрат, а потом в крест. Можете наоборот. Главное, чтобы вы сразу же моментально вешаете на всех, кроме танка. Здесь понятно. Далее вы подходите чисто вот так вот. Видите, как фонтан как его стоит? Соответственно, на краешек. Здесь есть статуя, бюсты, а на противоположной стороне нету. То есть, ребят, также выносим. Далее. Соответственно, на втором, да, будет вторая священная земля, будет две священные земли. Как его? Мы будем брать дебаф. Дебаф будем брать по команде. Что, как взять дебаф? После того, как человек вынес дебафом священная земля, с него выливается лужа. С этой лужи моментально человек должен выбежать. Далее по команде вы забегаете. Для чего надо выбегать? Потому что иначе в луже вешается дебаф, который дамажит по 4к. Соответственно, 1 стак 4к, 2 стака 8к и по нарастанию. Надеюсь, понятно. Далее, берем дебаф. Надо, он может взяться сразу, может взяться не сразу. То есть следим за этим. Как его? И даем чисто меточку в звезду. Ну, Гурский, соответственно, может чуть подальше вставать. Для чего мы берем дебаф? Соответственно, после того, как мы берем дебаф, там через некоторое время, босс будет кастовать всеобщее покаяние. Всеобщее покаяние вы выводитесь только дебафом от лужи. Ну, можно так сказать. Если вы дебаф не берете, соответственно, вы умираете. Когда босс кастует всеобщее покаяние, как я вам сейчас линканул этот скилл, вы видите, два шарика летают желтеньких. Между ними появляется луч. Луч шотает сразу. Луч там наносит 35 или 40к дамага, но выживает только танк. И то протопал. Соответственно, с вас дебафом снимется, и нам надо быстро... После того, как она скастовала всеобщее покаяние, мы вышли с контроля, она начинает кастовать сразу же каст «Гнев небес». Этот каст надо будет сбивать под... вообще, ну, я сейчас объясню далее. Соответственно, мы выходим с всеобщего покаяния, будет кастовать «Гнев небес». Нам надо, чтобы его сбить, нам надо будет сбить с нее щит, священный, точнее, святой оплот. Чтобы сбить этот щит, надо внести в нее 600 тысяч единиц урона. То есть, соответственно, когда мы собьем этот щит, пропадут лучи. То есть пропадет луч между двумя этими, как его, шариками желтыми. Когда пропадет как его, щит, соответственно, ддшим дальше, то есть Алиса и Лимон, вы побежите за мной, я покажу вам, как ставить нормально. Чтобы она была постоянно вот в... Примерно вот в таких же меточках, где череп, луна это и подали. Дальше. Соответственно, каст «Гнев небес» надо сбить где-то за секунду до окончания каста. Кто это сможет сделать?
Войт. Турбойс. Отлично. Турбойс, ты собьешь этот каст. То есть под конец. Соответственно, не теряемся. Если вы видите, что мы бежим, Лимон, Алиса и я бежим в другую сторону, остальные продолжают ддшить, пока не сбили. Соответственно, при пуле, ну, по тактике это все. Соответственно, сбили каст и ставим босса в луну. И начинается все то же самое, только теперь уже на этом фонтанчике. Соответственно, все вот это опять же прошло, мы на этот перебегаем на следующий фонтанчик. Бьем так по часовой стрелке. По тактике это все. Далее. Что еще хотел сказать? А, следим за звездой, потому что иначе нам надо будет отбегать очень далеко от босса. То есть, ребят, если буду говорить, значит бросаете все дела и отбегаете от босса. Потому что шотнет, а это нам не надо. Я хотел танков научить пулять. А, танков правильно. Это я... Да, и босс пуляется. Ребят, для Лимона, для Алисы. Видите вот этот желтый шарик? Когда он проходит вот этот бюст, то есть меточку, квадратик, вот эту статую, вы начинаете агрить и подбегаете туда. Ну, сейчас покажу, куда подбегать. Пол начинается только после того, как вот этот шарик пройдет. Медвей, я что-то... Статую. Да, 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 не, я тебя да на будущее. Я кончил уже. Ты чё? Ну, на всякий случай. Так, рыбку я вам поставил, кушаем рыбу. Чек на готовность. Сейчас я дам крест. Еще раз чек на готовность. Турбойс готов? Отлично. Алиса? Так, почему? А, Шансунг, ну... Ладно, сейчас пройдем еще. Алиса, готовься. А где уставить? Ты бежишь за звездой. Видишь, где череп? Должна вот там вот босс стоять. Так, все готовы? Агри. Агри, агри, агри. И вот так вот ставь. Все в звезду. Все нормально. Бьем. Гурский, встань, ну, потом как скажу, встанешь на эту сторону. Чуть дальше можешь вставать, чтобы бить с лука. Шок, сбили. Отлично. Так, дымыч. Вышел. Шок. Отлично. Дэг дэмэдж. Взяли дебаф. Шок. Шок. Прожмись. Отлично. Сейчас ляжем. Ну и вот примерно вот так вот должно происходить. Здесь понятно. Шок должны сбивать. Турбой, сможешь тоже сбивать? Умираем, умираем. Не, у меня КД большое, 24 секунды. Чтобы этот, как его, далее, когда касса бьют, вот так вот встаете на вот этот уголок, вот где я сейчас сдох. Лимон, ну, Алисе я потом покажу. Встаете, она встает прямо в луну. Просто потом поворачиваете все. Также на каждый уголок этого. Встаем. Побежали. Это что, вроде ничего сложного, блядь? Ничего сложного. Не, я тебе о чем и говорю. Ты, блин, ты объясняешь, так объяснял долго-долго. Я думал, тут, блядь, ебать, будем нахуй дрочить. С метками тупить нельзя, надо следить за шариками. Не, и я что, это щит сбиваем и все, что ли? Щит там сбиваем, луч между шарами проходит, и надо каст вот этот сбить под конец, ну, за секунду. А, понял. Гурский, там еще дебаф надо взять перед перебеганием, заходишь в лужу и ждешь
пока рядом четвертый кат, и появится такая желтая хрень. И потом да, я видел. Да, на 20 да, секунд, который... Да, да. Он защищает от ее... А мы сейчас от чего сдохли? Из-за того, что кастанул? Потому что шок не сбили. То есть шок не сбивает. Во-первых, навешивается дебаф на урон. И во-вторых, навешивается дебаф на этот... Увеличение дамага от светлой магии. На рыбу поставил. Дживса поставил. Сейчас проверю, мне не забагались шарики. Отлично, не забагались. Да кто он на урон, я ж тебе говорю. То есть это вайп сразу же. Если шок не сбиваете, ребят, можете сбивать шоки все. То есть трубой, с там времени еще должно хватить. Если что, кто-то подстрахует. Ты же это в голосе, так что можешь сказать, что этот на каст КД. Ну я тогда первый шок просто собью, чтобы наверняка было на тот каст. Да, 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 да. То есть и лучше, слышишь, сколько по времени шейп, как его? Сбиваю вот этот, когда мы ловим дебаф. Остальные они и так собьют. Гнев небес сбивает? Сбивается, но сбивается только после щита. И его будет сбивать чисто турбойс. Не, это Лимон спрашивал, если он кастанет гнев небес, собьет? Нет, или волшебный поток? Нет, волшебным потоком должен, вроде как. Ну попробуй, чек на готовность. Каску дай, кто там? Лимон. Чего, Алис? Да, это без проблем, чё ты. Ещё раз чек на готовность. Утверждаем. Сейчас шарик проходит и пуляем. Давайте, ребята, дома уже тут 2 часа. Ну, чуть меньше, конечно. Не забывайте, еще за Уджин есть, за Ламантри, босс. Да, если что, я до 2 посижу, вообще похер. Пуляй. Ну, вот так вот, вставай. Отлично. Идем. Шок. Рыбка в латах. Выходи. Шок. Сбивает поток. Ну, отлично. Это я сбил вообще. Я тоже надо. Мне... Взяли дебаф. Шок. Шок. Отлично. Взяли дебаф в звезду. Ну, это Гурский может чуть подальше. Бьем. Мост, как это сдох? Ну, несерьезно. Отлично. Алис, побежали. Я остальные в отношении. А как так-то? Баф не взяла. Плохо. Дебаф не взяла, да? Ложимся. Так, отошел шейп или кто-нибудь, рыбка в латах. Остальные умираем, в лужу зайдите. Леон, шок не сбивайте, главное. Оглушение даже... то есть дебаф берет даже танк, Лиз. Отлично. Давай, мосрез. Ты не забежала в лужу? Не взяла дебаф? Да, 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 не взяла дебаф. Ничего, нормально. На сколько секунд там станет? Намного. Там на минуту, что ли? Встаем. Ну, как вы загрели? Ну...
Умираем. Аккуратнее, ребят. Это не ЦЛК, здесь агрится. О, отлично. Научим, научим. Ребят, давайте максимально сосредоточились, потому что времени у нас уже много ушло. А это третий босс. Сейчас еще сколько мы на погибели провайпаемся. Там печенечко падает. Это в ваших интересах. Да, 4? Да, да. Тут падает печенька на Молчезаре в Гере и на погибели. Рыбу я поставил. Аккуратненько кушаем. Починиться кому надо, около этот справа около стеночки. Джипс. То есть аккуратно. Бафы зашли чуть-чуть, бафы раздаем. Гурский тут? Да. Заходи. Не бафает. Отлично. Маз баф отдаем. Отпиваемся. Чек на готовность. Бафы поглядим сразу. МП5 хамту. Ну что, это еще легкие боссы. Дальше пойдут потяжелее. А времени у нас остается все меньше и меньше. Лука, готов будешь, скажешь? Ну, еще раз чек. Готов. Стоял на изготовочку сразу. А лапа будет, Мос? Мос. Угу. Лапа он вешал. Наверное, ты был за стенкой. Пуляй. Вторую сферу, а, вот она. Сразу беги. Когда пуляешь, беги сразу сюда. Отлично. Идем. Шок, отлично, пролагал чуть-чуть. Идти. Угу, выбегай. Шок. Войд. Отлично. Взяли добав. Все взяли добав. Шок. 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 Отлично. Готовимся. Все, вышли, бьем. После щита надо сбить кого-нибудь другом квест. Угу. Войд, собьешь? Угу. Хорошо. Так. Алиса, за мной. За мной, за мной. Давай, ну, ребят, ну. Звезду вставай. Алис. Рано. Не поворачивай в звезду. Теперь там тайминги спали. Шок. Звезду встаньте. Под конец, пожалуйста. Это за секунду. Шок. Дэк дэмэдж. Взяли дебаф. Шок. Быстрее сюда, к звезде, ребята, к звезде. Берем. Войд, опять собьешь? Угу. Вот конец только. Так, Алиса, за мной. Прохил рейда. Отлично. Сейчас вообще круто. Вот так вот встаешь на уголок и разворачиваешь.
Земля. Шамана пробав. А, блядь, шок. Моса Бейрим, Неверслипа. Шок. Пробафали шамана. Залей ему ману. Турбойс. Турбойс. Взяли дебаф. Сейчас жестко будет дамажить. Шок. Сбили. Отлично. За звездой, за звездой, за звездой, за звездой, за звездой. Отошли от босса. Иначе сдохните. Прохил рейда. Алиса, дай прожимку. Геру дали. Пять сбить не могу. Отлично. Алиса, пошли. Вот так вот на вот этот уголок ставишь, и все нормально. Потом разворачиваешь. Разворачивай. Шок. Ну, примерно как-то так. С дебафом-то плотненько хилить. Плотно, да. Тотем. С него падает тотем. Да. Надо кому-то? Ну, успех. Отлично. Тотем тебе нужен? На родину. Так, я, две минутки нужно отойти, я за хилом привязался, шансон. Неаккуратно. Найдем. Never. На погибель. Веди меня. Это опера. Куда идете? На погибель. Не туда, не туда, на погибель. Оперу пропускаем. На опере ДПС не хватит. Я так думаю. Или хватит, но мы на ней проведем не меньше часа. Если не больше. Не-не-не, потом давайте мультизара и хватит. Реквест нужен, но тоже, да? Мы можем и погибель пропустить, ребят. Погибель просто последним закрыть. Чтобы не терять время. Ну давай так, на мультизара сразу. Просто квест приоритетнее, ребят. Когда будет у всех квесты, соответственно, как его убьем, просто погибель. Так тут у всех, наверное, молчазар. Нету квеста. Нету квеста. Нет, на нет, погибель. На погибель. На Геру уже? Вот, два моба. Ребят, два моба. И Лимон, спекайся, я думаю. У тебя уже на Геру, Алиса? Да. Не на Геру. Ты шустрая, блин. А когда вы успели сходить в кару Геру? Я на Альянсе ходила. Мы это запомнили. Ну, я сначала была на арте, потом на Альянсе, снова на арте. Будет да нормально, я также на циркуле гулял. Но... Возможно, тоже скоро буду на Альянсе, поэтому точно. Ты опять скоро на Альянс, что ли? Ну как я танка сделаю, бля, так я, она сразу я на Альянс. Альянс, это же для слабаков. Не много все. Там есть пиздатая гильдия, в которую меня примут, и там целка 25 км на 10 боссов закрывают. На 10 боссов пиздатая гильдия. Не агрите лишний трэш. 25 км на 10 боссов? Я думал, там Асгарды, какие ее зовут, там, Джайну закрывают. Ну, такой, в общем, да. У меня в Асгардах есть кореш, поэтому меня могут туда взять, но это... Ну, чтобы ты там ролила, я так думаю... На, пойти, чтоб месяца два было. Да, месяца два-три по-любому. Да в Асгардах там пацаны первые, вторые карты все. Ну, ничего, что, им шмот не нужен? На первой карте хрен его знает, нужен он там вообще ли. Там еще в основной стате как бы попасть надо. Да, да, ну, да, да. Там надо или давать овер ДПС. Без шмота ты его не дашь. Угу.
Не, дашь, если, блядь, мы все... Да, они смотрят даже, если шмот хреновый, там 245, ты даешь там 10к, ну, то есть максимально для своего касса, они на тебя одевают. Да? Ты чё, откуда такие познания? Я там мой кореш был. И в Джоках, и в Асгардах. То есть не смотрят, как люди правых классов играют, они на шмот. На шмот тоже, но... Да-да-да, ну, то есть... В классах там можно найти. У Джоков там, у Джоков проблемы, там кто-то линковал, да? Да. Да, да, да. Да, потому что дурачок. Бля, да кто-то тут говорил, бля, так они там Теренаску за 35к продают. Мы так вчера читаем, продают, блядь, убийство, так смотри, убийство лича, блядь, не продают убийство лича за 20к, блядь, ебать, без лута. Я думаю, какая там Теренаска может быть за 35, если тут лич обоссанный, блядь, за 20, без лута. Ну смотри, видишь, если б они не распространялись, особенно Distraction, который продавал за голду что-то. Ну, голду, наверное, за реал продавал. Да, за реал. Скорее всего, на каком-то сайте, соответственно, спалили моба, посмотрели, ну, спалили персонажа, смотрели, кто ему бабки давал. И все. Ну, что продавать? За голду продавать? Или за... Нет, голду за реал продавали, скорее всего. Ну ты сам представляешь, сколько... За реал? Нет, это коммерция, ты чё? Ну... Ты как придешь в чужой магазин и начнешь для продавать нахуй. Ну он говорит, что-то за реал продавал. Что? То, что его забанили навсегда. Выводи его сюда. Кому скажу, тот выбегает в комнату, где был сейчас дух. Напродавались, я думаю, там написали, он 20 тысяч голды этот продал. Там не что-то да, поделать. Да тут не важно, даже 1к, если продашь, тебя словят, ты забанен. Нет, имею в виду, что так мало, он больше, скорее всего, продавал, тупо кто-то сделал из админов контрольную закупку и ну, увидел, да. Что. Ну, конечно, я тебе о чем и говорю. Тут даже они же, шансон. Они же ловят, блядь, продавца, а потом всех покупателей вместе с продавцом, короче. Не башут как-то. Не, просто видишь, я они тебе говорю, мы когда пришли, у нас тоже, блядь, набрали. У нас сел, себе купил, блядь, 3к. 3к и уехал в бан нафиг. Да, да, да. Я тебе о чем мы говорим. Спамеры в личку. Вот эти спамеры в личку, да. Они этот как. А потому что покупают через аук. Трейд, мне кажется, вряд ли они как-то спалят. Или почта спалят. Или как-то так. Стоим здесь, ведите мобов сюда. Первыми маленьких, потом большого. Большой меняет таргет. И телепортируется. Соответственно, танки следим за этим. На Деркуле, я помню, я тоже что там голда панты стоила. За 10 рублей можно 30к было купить или что-то того на X10. То там на почту высылали. Так, типа на Деркуле, бля, на ХМШМ, бля, сколько стоит? 1200 полный готовый. А тут 40. Каких 40? В 50 не влезешь? 45. Если не. Ну я считал 45 где-то. Да как ты считал? Ты только на осколки посмотри, ты охерел. Ну так я тебя с осколками полностью квест, полностью. Ну так смотри, 10 осколков, блять, 500. 5700. Ты чё, блять, умножай на 5. Ну, 20. 38 тысяч на. Какие? 5700 на 5? Жи. Ну, 5700 на 5, сколько это? Ну. 28 тысяч. А, ну да. А чё я считал 50? Давайте, танки, агрим. Не, ну кровь это глупо покупать, мне кажется, вообще. Ну я тебе просто говорю, я считал полностью. То есть... Да, 5700. Дальше. Я тут на БГ Вара видел, блять, у него нахрен. Ну кровь по этому. Слышишь, кровь по косарю, ну грубо говоря, 30. Угу. Три квеста. Это 33. Да. Ну ДС там по 290, ну грубо говоря, еще 3 рубля. Не, да больше. Нет, тут покупать, если только сколки. Ну, говорим, даже где? 40. Или тут, если бы закрывалась ХМ-ка,
Ну, в гильде ХМ-ку вообще бы, если бы ходили, тут бы быстро делали все осколки. Да, начнем с того, чтобы если сервер вообще в ХМ-ку сам бы ходил, как пуганый. Ну да, да. Не, ну так, так и сделали, все правильно, потому что тут был какой-то. Да, я тоже видел. Я на циркуле, у меня у приста, блин, даже 10 дней не наиграно, у меня уже 6.3 ГС. Ну, у меня тут так не получится. Конечно. Чё ты думаешь, я оделся, в 5К пошел в ХМ за ДЦ, похилил и все. Я вообще, блин, пошел в 4.2, в 25 геру. Не бежать долго. Тут на 4-ю кату без доната будете сидеть, дейлики делать. Да, 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 да. А про 3-ю это вообще можно, блядь, молчать. Не говоря, блядь, про 1-ю, да? А про 1-ю без доната тут сколько надо? Лет 10, да, играть? Да, да, хрен. Ты еще на 1-ю кату босса, блядь, убей. Ну, у меня сейчас будет... На следующей неделе 3-я, 4+. Это я уже год почти. Нет, меньше года. А я когда сюда пришел. 80-й у меня 1-го 25-го. Дал Боря умер. Сука, в январе, да? На пулево, хорош говорить. Я уже третий раз умираю. А чего он смотрит? Бери, ну пример. Я в конце января пришел, у меня уже 5 плюсов. Пример скота бери, Редрик. Он же не врывается, кот. Да, кот ты, просто ты, жизнь кстати, научен. Слышь, турбоист, а ты сколько ухерачил на своего мага? 16. Тысяч долларов? Нормально. Миллиардов рублей. Ты хотя бы это срубил на по 10 бонусов в час? Да, 250 максимальное количество. Хорош, да. 16 миллиардов рублей. Донат на Фирусе, блядь. Да ладно, когда тут говорят по миллиону люди вливают, это вообще жопа. Да. Ну я ж тебе говорил, сам видел Рогу Брюс Ли? Чего, Масса? Чего масса он закроется, Сирус? Налево. Ты чё, ну, они будут... Уходим вот сюда, ребята. Уходим в... Желательно лучше вообще вот здесь. В смысле сюда, нафиг работать? Им 2 миллиард хотят будут. Бля, ты чё, думаешь, денег много бывает или чё? Один дадут, значит, и второй можно. Да ладно, это тебе много бывает. А вон, скажи Билл Гейтсу, у которого, бля, почти 100. А может и 100, бля. Там, кстати, говорят, вот эта же фишка есть, что ты там, если ты дохера донатишь, то отдельный там канал с админами есть. Да, что-то да, такое да. Я тоже слышал. Ловим мобов. О, что это там... Нормально за тебя хонор дают, кстати. Пятна. 5 хонора дали. Почаще умирай, может пацаны, бля, лимит отыграют за рейд, ну. Так. Хонор дали, бля. Столько киллов накормишь, так вреда. Сын Орды. Давай, Лимон, в это, в ДД. Давай-ка вот так вот по углам поставим. Ты все шмотки, меткость, 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 меткость. Основной стат. Как точно убивать? Нихуя там меток. Я уже боюсь. Так, что у нас сейчас? Я гляну, какие там кто с какой стороны. Так, у нас первое это аннигиляция. Слева кислотность, справа кислотность, слева руны. Так. Рыбу я ставлю.
Обмен здесь где даем, здесь бьем под сопротами. Тут сложно будет хилить? Сопроты. Не особо. Сопроты. Получаем. Сопроты брать? Да.